Ребята, все, кто там заходит, у меня к вам первый вопрос. Слышно меня или не слышно? Самое первое, что я спрашиваю всех. Эти два чудесных человека, которые к нам пришли, скажите, меня слышно или не слышно? Алло! Ой, слава богу, Леся, Оксана, слава богу, девочки. В Одноклассниках попыталась провести трансляцию, там какие-то люди, идиоты просто, даже разговаривать не умеют, писать не умеют, просто дегенераты какие-то, вот эти республика. Ладно, извините за мат. Слушайте, потеря Инстаграма, это, конечно, страшная, страшная потеря лично для меня. Потому как, конечно, публика везде очень разная, оставляю желать лучшего. Вот. Короче, тема такая. Я же сделала один онлайн-курс, сделала его в Инстаграме. И тут я решила... Как я решила. Ничего не остается, как заново собирать новую публику. Для запуска нового курса. И у меня вот такой вопрос. Какой вот курс было бы сейчас актуальнее? Курс по содержанкам, да, как делать стабильные хорошие деньги, как минимум, как сделать так, чтобы у тебя всегда была еда, крыша над головой и так далее. Или похудейка. Потому что, конечно, ну, чтобы тебя содержали, надо быть красивой. Господи, как бы вас поставить-то так, чтобы вы не падали никуда? Содержанки или похудейки? Одно плюс другое. Ну, оно, знаете, да, как бы вообще идет параллельно, на самом деле, очень. Потому что можно, да, там быть в теле и находить мужчин. То есть большое количество есть мужчин, которые любят девочек в теле. Надо было показать им красиво так. Вот. Но когда ты живешь в достатке, ты начинаешь, смотрите, бить из окна, а я на дорожке. Когда у тебя все хорошо, все изобильно, ты начинаешь думать о таких вещах, как эстетика, внешний вид, то есть ты начинаешь по этому поводу прям заморачиваться. Вот, и... Ну, конечно, как бы ты хочешь не хочешь, превращаешься в какую-то супер ухоженную красивую девушку.
Поэтому есть такой немножечко миф о содержанках, что типа живут, нифига не делают, а ну вот я вот живу, нифига не делаю, видите, в спортзале. Делают просто мало и такие целевые действия. Слушайте, ну у меня будет к вам скоро просьба. Я хочу набрать 5-7 девочек для интервью. Для интервью по курсу. Опрошу сразу по двум курсам. По, ну, для тех, кто вообще... То есть это интервью будет... мне нужны девочки, которые хотели бы создать себе входящий поток мужчин, которым будут дарить подарки, которые будут за ними ухаживать. И, соответственно, то есть те девочки, которые хотят привести себя в порядок. Ну, то есть это совсем другой уровень жизни. И мне нужны будет, надо будет 5-7 девочек, это абсолютно бесплатно. То есть там даже больше я буду у вас спрашивать о ваших пожеланиях. То есть я буду делать курс под конкретную группу людей. Ведение такое, да? И я бы хотела попросить, что все, кто хочет поучаствовать в этом, в создании этого проекта, чтобы вы отписались мне в личку. Ну, просто напишите, там я смотрела прямой эфир, ля-ля-ля, хочу поучаствовать в интервью. Вот. Что я вам за интервью? Ну, давайте подумаем, что я вам за интервью. Что я вам могу? Провести консультацию могу вам за интервью. Оксана, напиши мне, пожалуйста, в личку. Девочки, кто хочет посмотреть? Ой, боже. Роман Романович, вы знаете, у меня такие девочки, что они за бесплатно вас смотреть точно не будут. Поэтому тут этого не по адресу, это не та публика. Роман Романович, там в Одноклассники, в Оки Лайф зайдите. Там дофига таких посмотреть желающих. У человека, конечно, там публика странная. А, еще, кстати, хожу тут. Еще новости. Я буду вычищать профили. Я буду удалять всех из друзей, поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, я буду переводить подписчики. В друзья я буду добавлять только тех людей, от кого я хотела бы получать сообщения. Поэтому где-то в течение, ну, где-то, наверное, одной недели, полутора, я переведу абсолютно всех подписчики, кто хочет попытать удачу, да, попробуйте добавиться в друзья заново. Вот. Ну, я буду писать посты, вы, пожалуйста, пишите в них комментарии. Вот. Потому что все общение будет вестись только в комментариях. Мне, понятное дело, нужна активность. Но вот эти вот идиотские звонки, которые поступают среди ночи, хрен пойми от кого, да, вот эти вот, вам звонить ВКонтакте, какой-то там жугульмес какой-то, да, то есть, ну, мне такое не надо, да, поэтому я всех буду безжалостно удалять. И в Одноклассниках то же самое. Вот, такие новости. Что еще вам рассказать? По событиям дня. События дня, значит, таковы, что я нахожусь на Красной Поляне в Риксосе, с мужчиной нахожусь, и, ну, короче, он устал, я устала, очень нервничала, вот, и, ну, и поэтому мы, короче, отдыхаем, собственно, все. Я тут вся в медитациях, в йоге. Значит, сегодня только первый день, на самом деле уже скоро уезжать, но я, возможно, останусь подольше. Первый день, когда я более-менее стабилизировалась, потому что, конечно, тяжело было смириться с тем, что несколько лет труда, фоточек и так далее, все в никуда ушло. Как с Первым каналом? Хорошо, с Первым каналом. Я прошла кастинг, меня пригласили на 2 эфира. Вот. Но это будет для меня, конечно, некое испытание, потому как, ну, естественно, меня там никто не ждет, чтобы показать мне на всю страну. Меня ждут для шоу. И, конечно же, будут всякого рода каверзные вопросы, на которые надо отвечать. Так, я знаю...
я знаю, что здесь можно как-то банить людей. Где этот идиот? Малыш. Малыш этот дебильный. Так, малыш. Тут же вас банить. Что? Что я сделала? Я, походу, кого-то добавила. Всякие дебилы, которые решают, ну, написать, что свое личное нахуй мне не нужное мнение. Ребята, вы можете просто свалить, чтобы, ну, чтобы не было конфликта для вас, потому что я человек очень импульсивный, и, ну, конечно, то есть как минимум я вас просто заблокирую, а как максимум я тебя, сука, найду и убью. Вот. Если у кого-то есть какие-то мнения по поводу моих трансляций, проводите свои трансляции. Все. Все. Не надо заходить к другим людям и писать, что они там какие-то не такие. Понимаете, нормальный и здоровый человек не занимается тем, что он докапывается к другим людям в интернете или на улице и говорит: ты знаешь, мне на тебя похуй. Ну вот я даже не понимаю, вот как я должна подойти вот там к чуваку на улице и сказать: а мне похуй на тебя. Он скажет: ну и дура, как бы. Ну вот, вот так это выглядит. Негоже матом ругаться. Игорь, да я согласна, это ужасно. Но у меня нервов на всех не хватает, поэтому приходится ругаться. А так, ну да, вы правы, конечно. О, вот смотрите, вот. Баг, Бер, Ген, Тле, Угали, Плоский. И чё? Ну, мы констатировали сей факт. Это было вот очень важно, да? Что вот у вас в голове? Так, ладно, все это фигня. Значит, смысл трансляции в том, что мне нужно 5-7 девчонок, которые хотят либо там макияжу научиться, похудение, прическам, это все в одном, либо захотят создать такие отношения, в которых о них будут заботиться, покупать еду, там, оплачивать квартиры, дарить подарки, вот это все. Все, кто этого хочет, пожалуйста, напишите мне в личку. Да, первая новость. Вторая новость. Я буду чистить аккаунт, и в течение недели абсолютно всех удалю из друзей, а вы останетесь подписчиком. Все общение будет с аудиторией идти в комментариях. Вот, мотивы этого я объяснила, что мне все подряд не нужны, а сообщения от всех подряд мне тоже не нужны, тратить на это время энергию я не хочу. Вот, если кто-то захочет какого-то более близкого личного общения, не в комментариях, да, там у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, напишите это в комментарии, и я попробую добавить вас в друзья назад. Вот. То есть мне какие-то неадекваты в друзьях, они мне нафиг не нужны, и прочие дрочеры. Вот. Ну и третья новость, что я отдыхаю в Риксосе, восстанавливаюсь, очень переживаю за Инстаграм. Вот, мне это больно. Собственно, это все. О, еще один поклонник сисек. Миш, идите, пожалуйста, на Бонго Камс. Там очень много девушек с сиськами. Вы заплатите деньги и будете смотреть на сиськи. А бесплатно я могу вам предложить только одетые свои. Все, всем хорошего дня. Дебилы, пожалуйста, ударьтесь об стену головой и не ебите мозги себе и людям. Пока-пока.